Всем здорово, чуваки! Это мое первое видео на этом канале. Засит мой брат и надо мной угорает. Что я хочу сказать в этом видео? Вы задавали мне вопросы в директ в Инстаграм. Ссылка в описании. И последующие видео, если они будут выходить, если я буду отвечать на ваши вопросы, то буду отвечать на вопросы, которые вы задавали в Инстаграме. Я не вижу камеру. Что ж, я медлить не буду, я не скори битс. То есть я буду рассказывать сразу и отвечать на вопрос. Первый вопрос от человека. Как вообще попасть на BeatStars? Ну, то есть, не знаю, что за вопрос вообще такой. То есть ты просто заходишь на сайт, просто вот я сейчас логаут, заходишь, зарегистрироваться. Типа, никаких проблем абсолютно нет. Типа старт селлинг, нажимаешь и все, и регистрируешься. Типа есть free аккаунт, есть marketplace за $10 в месяц и есть за 20. Бесплатный аккаунт, что он вам дает? Ну, то есть перевести на русский язык элементарно. До 10 треков загружаете, там можете принимать платежи и все такое. Но единственный нюанс, конечно, вам должно быть больше 18 лет. И все. То есть нажимаете «Начать», просто заходите через удобную соцсеть, можете даже зайти через Google, через еще что-то. Типа я захожу через просто почту. Она у меня Gmail, по-моему, Google, гугловская почта. И все. Дальше. Надо зайти обратно в свой аккаунт. Надеюсь, я не забыл пароль. Так. Двухфакторная аутентификация. Вообще, в принципе, рекомендуется всегда ее ставить, включать. Как ее включать, я сейчас тоже покажу. Вот я зашел на свой аккаунт. Вот мой профиль. Что у нас есть? Подписчики, прослушивания и количество треков. Важным нюансом является... Что это такое? А, что-то залагало. Важным нюансом является раздел Tracks, где вы можете сами для себя делать выводы о самых топовых битах, которые больше всего продаются у вас, о битах, которые больше всего слушают, о битах, которые обсуждают, но это уже не важно. Следующий раздел — альбомы. У меня тут есть один альбом на 3 бита, и его, по-моему, целиком никто ни разу не покупал. Но это был чисто эксперимент. Дальше. Заходим в настройки, аккаунт settings, насчет двухфакторной аутентификации. Как она работает? Вы должны привязать свой номер телефона. Номер телефона и... Вот. По-моему, где-то здесь. Это все последние входы и выходы, которые были. То есть где-то здесь есть двухфакторная аутентификация. Сейчас почему-то не могу ее найти. Мне, в принципе, все равно, потому что она у меня есть. Ха. Дискография. Странно, почему не могу найти. Credentials. А, во, нашел. То есть перевести на русский. Профиль, реквизиты для входа. Двухфакторная аутентификация. Стоит SMS. То есть я ввел свой номер телефона, и при любом заходе на мой аккаунт, чтобы зайти, нужно будет получить на мой номер телефона код. Что еще есть? Какие были вопросы еще? Это, в принципе, как попасть на BeatStars. То есть никак попадать не нужно, просто зарегистрировался и зашел. Не обязательно иметь PayPal. PayPal обязательно иметь не обязательно. Ты просто... Ну да, ты не сможешь получать платежи, но что поделать? Если тебе нет 18, то у тебя нет PayPal. Если есть 18, PayPal спокойно регистрируется абсолютно. Там просто почта, просто пароль. Для верификации PayPal тебе нужно прикрепить туда паспорт и все. Переходим к следующему вопросу, как раз касающемуся PayPal. PayPal нельзя регистрировать в Украине и Беларуси. Какие выходы вижу я лично для себя? Я почитал насчет Stripe. Чтобы зарегистрировать Stripe, нужно иметь счет в банке американском, нужно иметь почту, адрес почтовый американский, нужно иметь
номер телефона американский и что-то еще. Все это при большом желании, если вы видите, что у вас есть потенциал и прочее, можно сделать, ну, спокойно. Типа, если есть желание, можно сделать. Страйп работает по всему миру, по-моему. Какой вижу выход я, лично для себя? То есть, вы просто, если появился какой-то вариант покупки, человек с вами, допустим, в сообщении написал там что-то, я хочу купить бит или еще что-то. Есть такой сервис, как Western Union. По-моему, он есть во всех странах абсолютно. Вы там регистрируетесь. Регистрация там, по-моему, просто номер телефона, пароль и все. И адрес. Вы пишете свой адрес и просто диктуете все эти данные человеку. Человек идет в банк и отправляет вам деньги. Они приходят практически моментально. Вам могут их выдать в валюте вашей, могут выдать в долларах. Или там, откуда они отправляют, не знаю, из Великобритании, там, в фунтах и прочее. Если там из Италии, то в евро. В общем, это чисто мое мнение, как из этой ситуации выходить. Следующий вопрос, я думаю, отвечу, как продвигать, как получать более-менее трафик на BitStars. Вот давайте на примере. Я выложил бит 38 минут назад. Это бит Black Lil TJ и Lil Durk Type Beat. Что можно сделать? В принципе, если вы супер-мега начинающий чувак, вы пишете Black, поиск, треки. Сейчас у вас выдаст примерный тайп. Или, например, заходите к похожим битмейкерам, которые делают примерно такой звук. Я знаю, GG Beats делает такие биты. Lil Durk, Type Beat и прочее. Ну, Lil Durk обычно делает. Не совсем, кстати, большой аккаунт, но я знаю его заработки. Он демонстрировал их у себя в Инстаграме. За январь он закрыл 22 тысячи долларов, по-моему. Просто на Lil Durk Type битах. То есть вот он день назад выложил биты. Но это не сильно популярно. То есть мы заходим в треки. Вот раздел треки. Сортируем по топ-продаж. Самые топовые продажи у него вот этого бита. Ну, допустим, давайте зайдем в него. В принципе, вы можете сказать, ну что тут смотреть? Поставил там лайк, комментарий, посмотрел комментарии. Но здесь такой есть раздел фанс. И здесь показываются люди, которые лайкнули этот бит. То есть, потенциально они хотят его купить, скорее всего. Или скачали у него, или еще что-то. Как идентифицировать, как понять, что это человек не битмейкер другой, а рэпер? Обычно у них нет аватарок, у них нет подписчиков, ну мало. Нет плейсов, нет треков. То есть они ничего не загружают. Допустим, давайте зайдем к нему в Инстаграм. Скорее всего, это артист. Деятель искусств. Вот его аккаунт. Что это такое? Я забыл. Андрей, как называется? Где ты музыку слушаешь? Spotify. То есть, это Spotify, а еще он анимешник. Без суждений. То есть, просто мы к нему заходим и пишем. Типа, what's up? I have, типа, Lil Durk Type Beat. Lil Durk X Black Type Beat. Check. Check. Ой. Вот так. Check it out, допустим. Типа, посмотри. Отправить. Все. Это очень, типа, офигенный способ. Можно смотреть новые треки, топ-чарты и прочее. В топ-чарте находишь примерно такого же стиля бит и пишешь фанатам этого бита. Все. Типа, я надеюсь, что сейчас запись вообще, в принципе, идет. Потому что если запись не идет... Так. Что дальше? Какие еще вопросы были?
Это примерно как я продвигаю свою музыку. Ставлю там, ну, друг другу лайки ставлю, там, другим битмейкерам. Подписываюсь на них и прочее. Пишу комментарии. Что еще? Что еще? Как эффективно настраивать промо? Кто уже пользовался промо на BeatStars, знает, что особой настройки промо вообще нет. То есть создаем новую компанию, трек. Кстати, вот умные люди, то есть такие битмейкеры, как Anyway Well Beats, то сейчас я вам покажу его аккаунт, допустим. Anyway Beats. То есть вот он, по-моему, из России, или это команда битмейкеров, я не помню. Но я с ним переписывался в директе. Он советовал рекламировать именно трекс. Не альбом, не профиль, а именно треки. То есть мы здесь выбираем нужный для рекламы трек. Next step. И дни, и наш бюджет за день. Бюджет за день. Значит, давайте переведем это, кто не понимает. Что советую я делать? Я советую брать рекламу на выходные. То есть, если у вас сейчас, если вы из СНГ страны, если вы не смотрите, если вы не русскоговорящий, который смотрит меня из России, то я советую вам примерно в субботу вечером ставить вот эту промо, и она у вас начнется в воскресенье рано утром. Она начинается, по-моему, в 2 по Москве, и там уже в каком часовом поясе вы живете, так и считаете. По-моему, в 2 по Москве она начинается. Не знаю, я пробовал ставить $5, я пробовал ставить 10, там, 15. Какие мои тут есть рекламы? Вот $20, вот $48 я тратил на бит, $16 в сутки. Надо перевести обратно, что это как-то ущербно выглядит максимально. Английский. Lean on me. Сколько прослушиваний было? Прослушиваний было 21... не прослушиваний, а просмотров этого бита. 21 тысяча просмотров. Прослушиваний из них было 1200. Лайка 23, 1 репост, 2 скачивания. Что я с этого получил? Давайте зайдем на мой аккаунт. Tracks. Топ-селлинг. Есть ли он вообще в топ-10 хотя бы? Угу. В топ-10 его нет, 15 нет, 20 нет. Он 26 у меня. 2,9 тысячи прослушиваний. Выпустил его 26 февраля. То есть, грубо говоря, месяц. 3 тысячи прослушиваний. Также есть фанаты. Можете, если у вас есть Гана, Lil TJ, биты, типа вот подобные, то заходите и пишите вот этим чувакам. Каким-то, не знаю, самурай вот какой-то. 40 подписчиков, нет треков, нет ничего. То есть он лайкнул, значит, ему более-менее понравилось. Может, скачал. Я не знаю. Могу зайти в статистику и downloads. Этот месяц. Или давайте последние 30 дней. Вот примерно как раз-таки это и было 30 дней. Lean on me 12 раз скачали. Там... Legends Never Die 5, I Know 5, South 4, Top Countries 46, Штаты, Украина, Бельгия, Япония, Южная Африка и прочее. Значит, что дальше? Что еще рассказать? Ну, в принципе, я ответил на все вопросы, какие задавались у меня в директе. Какие задавались у меня в Инстаграме под историей с опросом, какие вопросы рассмотреть. Что еще рассказать, я не знаю. Спрашивайте. Ссылка будет в описании на мой Инстаграм. Через недельку, может быть, я еще ролик такой выложу, если он зайдет. Если будет спрос, так сказать. Ну, в принципе, все. Подписывайтесь на этот BeatStars, на вот этот Instagram. Ну и в принципе, до скорых встреч, или как там говорится.